Приветствую, дорогие зрители, на моем канале Людмила Цыганкова. И сегодня мы поговорим о счастье. Вернее, о условиях, которые необходимы, чтобы человек начал быть счастливым. О первой ступени, чтобы прийти к этому счастью, чтобы опять же начать быть счастливым. Говорю, что я на всех своих видео предлагаю свой пункт видения, который мне помог в жизни, который мне давал возможность в этой жизни чувствовать более комфортно, более лучше, более счастливее. Итак, самое важное, необходимое условие для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно научиться выработать у себя безмятежность. Что это такое безмятежность? Ну, это такое спокойствие, такая уверенность, такая вера. Ну, нельзя сказать, что это блаженство, но немножечко близко. Самое главное, как бы равнодушие, но здоровое, хорошее равнодушие. Человек только созерцает, смотрит, обследует окружающий его мир, свои реакции на разные вещи, проблемы в том числе и так далее. Самое главное – научиться почувствовать, выработать у себя это блаженство. И когда вы его схватите, когда вы его чуете, почувствуете, вы тогда уже будете близки к тому счастливому состоянию, к тому состоянию счастья такого настоящего, безусловного. То есть я буду счастлив, например, когда куплю то, или сделаю то, или что-то сотворю и так далее. Нет, без условия. Счастье безусловное. Значит, прежде всего, нужно научиться вырабатывать у себя безмятежность. Как вырабатывается эта безмятежность? Ну, прежде всего, молитвами. Молитвами и понимание того, даже для атеистов, которые не верят в Бога, я советую подумать, что человеку лучше, комфортнее, когда он чувствует, он знает, что есть эта высшая сила, Бог, который все хорошее делает для тебя. И все, что в жизни не происходит, это происходит именно для твоего развития, для твоей хорошей жизни. Только ты должен заакцептовать, принять это, принять, что эта сила заботится о тебе, что прежде всего ты не одинокий, и она тебя любит. Бог тебя любит, бережет, Бог заботится о тебе. И как тогда ты почувствуешь на этой земле уже не такой одинокий, не такой брошенный. Вот попробуйте, это я прежде всего обращаюсь к атеистам. Какое прекрасное чувство, когда узнаешь, что за твоими плечами стоит такая прекрасная сила, сила любви. Сегодня хочу показать следующую мою икону, на которой я работала долгое время, которую закончила. Матерь Божья умиление. Посмотрите, пожалуйста. Она написанная на доске 36 сантиметров на 46. Еще не полакированная, будет полакированная. И украшенная натуральными и правдивыми кристаллами Сваровского. И опять
повторяю, что на мониторе она смотрится не так прекрасно, как в жизни. Матерь Богородица, Матерь Божья, умиление запечатлена именно в тот момент, когда она одерживает известие, что будет зачата непорочно, и что у нее родится Божий Сын. Матерь Божья, умиление. Прекрасная икона. Почему-то, когда я рисовала, думала о Валенсии в Испании. И поэтому шаты такие написала. Зеленые, извиняюсь. Зеленые, как дерево мандариновое, мандаринки. Прекрасная икона. Сама не могу налюбоваться. Поэтому, друзья мои, прежде всего, первая ступень, самое важное условие, чтобы быть счастливым, начинайте вырабатывать у себя, начинайте искать у себя ту божскую безмятежность. Всего хорошего, удачи вам!